Ушиваем. Сопоставляю края раны. Далее можно воспользоваться непрерывным узловым. Перекидным швом.
Ушиваем вертикальные дефекты. Самый опекальный шов должен быть по возможности субпериостальным. И завершающий этап этой операции – прижимание нового, естественно, конечного лоскута к алеолярному отростку прижимными крестообразными швами. Их может быть различное количество, зависит от того, как протяженность дефекта, натяжение слизистых мышечных тяжей, которые мы нивелировали расщеплением, создавая новое преддверие с закрытым доступом.
Вот таким вот образом. Данное вмешательство позволяет не только увеличить толщину преддверия, толщину прикрепленной десны в области зоны адентии, превентивно способствуя развитию потенциала регенерации и прорастанию адвентициальных клеток в области будущего костного трансплантата.